недопоняли друг друга. Во дворе двух домов на улице Котовского больше нет детской площадки. Да и газон стал значительно меньше. Вместо этого здесь появился паркинг, причем по инициативе самих же жителей. Только, как оказалось, согласны с такой инициативой далеко не все. Мнение сторон выслушала Юлия Абдулаева. Это был асфальт. Асфальт. Асфальт у нас был до сюда. Вот видно даже старый асфальт, видите? Старый асфальт. И вот до березы. А вот этот кусочек, ну, как скажем так, буквой Г, это была зеленая зона. Ну, как зеленая зона? Это была трава, там зимой все равно ставили машины. Это граница спорной территории. Жители двух домов разделились на два лагеря. Тех, у кого есть машины, и тех, у кого их нет. Первых оказалось больше, объясняет депутат городского совета Дмитрий Легчилов. В общем, голосованием решили старую детскую площадку убрать. Они приняли решение, чтобы сделать здесь, увеличить это, ну, стояночные места. За счет газона. В то же время были люди, которые были против этого, наши тоже жители дома. И поэтому здесь мы в следующем году компенсируем этим деревьям. Не просто решили, протокол собрания жильцов оформили письменно и собрали подписи, но и сегодня страсти не утихают. Здесь были 4 скамейки. Выйти посидеть, посмотрите, где у нас посидеть, какой дом можно. Понятно, все понятно. Не мы, а вы, поправляет выступающих депутат. Создания паркинга — инициатива жителей. С ней обратились в администрацию. Там просьбу рассмотрели и велели разобраться на месте. Детской площадки по факту действительно не было. На ней пили, останавливались наперекур, громко выясняли отношения. 3 скамейки или 4 там стояло. 4 скамеечки, да. Постоянное распитие спиртных напитков на этой скамеечке. 2 песочницы было, это отхожее место для собак и кошек, вот и все. Поэтому решили сделать площадку. От решения до исполнения прошел месяц. В 2 дня территорию очистили от игровых форм и заасфальтировали. Паркинг огородят и закроют на цепочку. Ключи раздадут жителям двух домов. Ну, хуже или лучше, может быть, сделают дополнительно какие-то, посадят здесь деревья, облагородят все это, поставят скамеечки, это в наших силах все это. Зато не в силах жильцы решить другую проблему. Прямо около нового паркинга вот такое украшение. Покосился столб еще несколько лет назад. На обращение с просьбой его убрать реагируют не так быстро, как на просьбу о создании стоянки. Юлия Абдулаева, Артем Удников для РТВ.